Как действующей спортсменке Дарье Дмитриевой, возможно, меньше всего хотелось, чтобы ее фотосессия напоминала тренировку. Однако, когда мы пригласили девушку на съемку, все-таки захотелось увидеть ее в деле, а там уже попутно запечатлеть мастерство на камеру. В итоге удивило даже не то, как ловко Даша справляется с предметами, а то, что она с ними разговаривает. Допустим, там что-нибудь не получается, я могу психануть, там что-нибудь ударить, мяч или там булаву кинуть. Потом подхожу, извиняюсь, типа, извини, пожалуйста, типа, вот так, целую их. Кроме таланта и нежных чувств по отношению к гимнастическим предметам обратила на себя внимание красота Дарьи Дмитриевой. Сюда же прибавьте гибкость, шарм и обаяние спортсменки. Уместив все эти качества в один кадр, тему спорта фотосессии Даши мы закрыли. Разве что поинтересовались, откуда такая стройная фигура, от природы или приобретенная. Думаю, что чаще, наверное, гимнастика делают все-таки, потому что идет определенное накачивание мышц. Ну, то есть не такое, чтобы были там они огромными, а наоборот, сушатся мышцы, там пресс, ноги. Дальнейшая съемка проходила уже в стиле фэшн. Кричащие наряды, яркие детали, модельные позы. Образ гламурной девушки оказался Дарье близок. Она стала привносить больше азарства в съемку, часто пританцовывать. Заметим, что петь и танцевать Даша очень любит, а походы в караоке-бары считает одним из главных развлечений. Заказывает, как правило, российскую поп-музыку. Рюмка водки на столе. Ну, я не знаю, такие сопливые песни какие-нибудь. Там типа спектакль окончен или еще что-нибудь такое. Не исключено, что кураж, с которым стала позировать Дарья Дмитриева, объясняется еще и творческой натурой девушки. По завершению карьеры она думает попробовать себя в качестве актрисы или телеведущей. Данные есть, а работать в кадре девушка любит. Наша съемка стала для нее очередной пробой пера. Надо полагать, удачной. Все очень супер, все замечательно, классная атмосфера, классный фотограф, классная одежда. Все-все-все мне нравится. Результат нашего многочасового труда вы можете оценить на сайте телеканала «Россия-2» в разделе «Девушка месяца», фотогалерее портала sportbox.ru и на наших страничках ВКонтакте и Фейсбуке. Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Роман Чугунов и фотограф Шухрат Юлдашев. Все включено. Сегодня на нашем канале в 14:20 стартует.